have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Мы с вами опять за Роуча играем. В прошлый раз мы сделали вот так, и сейчас мы тоже так сделаем. Потому что нас загрузило до этого чудесного момента. Теперь Николай, мы играем... мы наверху в трущобах, ополченцы окружают. Гони вертушку к рынку, как понял, прием. Мы опять за салагу Роуча играем. Салага Роуч. Я его по-другому теперь не могу назвать. Грены сразу. Давай, перебегаем. Ты офигел вообще? Противник на крыше, я тебя понял. Кто меня... Блин, куда ты прискакал-то вообще? Хорошо, хорошо, я понял. За Роучем мы будем дохнуть долго и много. Все, 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 хорошо. Уговори... А, ну да, с этого же момента, конечно. Это же идеально просто. Так. Контакт на земле! Прямо по курсу! Надо пробиться к вертолету! Через ворота на рынок! Вперед! Ну, вперед! Я прикрываю, вперед! Ты-то свой! Давайте с этой стороны опять пойду, но просто буду не так быстро ломиться. Да какой контакт-то, блин, по своим, вы дебилы что ли? Ну, высунься! Контакт! Пехота на крышах! Подходят с юга! До свидания! Какая техника? По мне сзади стреляют, да? По мне, зараза, сзади стреляют. Так вы меня прикрываете, олени тупорылые. Ладно, пойдем. Да выйди. Меня убили? Нет, я живой. Сверху, я понимаю, что сверху, да, я зайду сюда. Вы их там сверху снимете, нет? Не, зачем? Ту-ду-ду-ду-ду. Видишь, я тоже так могу. Ту-ду-ду-ду-ду. Где еще сверху? Где они? Да вперед, поехали. До свидания. Кто сзади-то стрелял? Чего, блин? Кто сзади-то стрелял? Сзади три своих идут, бах, сзади прилетело. Ну, красота, вообще хорошо. Иду. Вас понял.
Кто это, скотина? Кто? Я не пойму, кто меня сзади-то пробивает, вы дебилы. Да потеря на здоровье, потому что вы слепошары тупорылые. Ой. Это же вообще. Не могу сделать выстрел, а? Ну ты нормальный. Роуч, иди сюда! Роуч, салага! Роуч, дебил! Сдохни. Мы туда идем или где? Просто в упор подошел, как не начал меня прикладом лупить. Ну вот тут дебил, это я... А вы что, повставали? Главное, нормально, я их поубивал. Они упали. Взяли, повставали. Ну... Так точно, слежу за целью. Да сдохни ты уже, сдохни. Блин, сидит там за машиной. Я не знаю, то ли у меня, то ли я ватными патронами стреляю, какими-то ватными палочками. То ли почему они не дохнут, то ли это потому что ППшка. Ну блин, ну так же нельзя. О, тут бочка. Иди, иди. Игра сохранена, отлично. Грена! Ты не можешь сделать выстрел, а я, значит, могу, блин, да? Я пойду сюда. Ну вот всех. Кто? Какое говно в меня сейчас выстрелило? Что это было? Стреляю в противника! Смотри, куда стреляешь! Ой, блин, ой, тупорылые. Да, кстати, нам сейчас... Да заткнись. Противник на час, ага. Отличное отображение цели, ребят. Кого ты целишься? Да-да-да, больно. Смотри, куда ты... Вот это меня вообще бесит больше всего, наверное. Замахивается на меня еще. Да выпусти меня сюда, блин, чтоб тебя... Знаете, короче, в чем прикол? Я вам говорил, что... Оу, здесь... Я вам говорил, что непонятно, нифига не объясняют, почему. Короче, все это нашествие на Америку, весь вот десант русский случился из-за того инцидента в аэропорту, который, как я уже говорил, америкосы могли очень легко предотвратить. Вот, то есть просто убив тогда вот этого дебильчика в аэропорту, могли бы предотвратить инцидент в аэропорту, могли бы предотвратить грань мировой войны, которая... Они сделали... Да хорош! То есть... Я не знаю, каким образом они тут собираются выставлять себя как героев, потому что...
данной ситуации американки очень сильно обделались. Да хорош, блин! Ну, я их не вижу, вы что делаете? Граната пошла! Через открытое пространство плохо идти. Но здесь, по крайней мере, есть видимость. Дофига ж ты живой до сих пор. Из чего это стреляют, блин? Из гаубицы? Курицу трогать не буду. На подавление, на! Да из чего они стреляют? Откуда они стреляют? Что это за фигня? Почему? А, это сейчас бесит. Откуда? За ящичек сопрячься, пожалуйста. По крайней мере, с этого же места. Противник в центре. Зеленым навесом. Где? Кто, блин? Кто? Зеленый навес, вон тут. Не надо, слепая жить хочет, не надо в нее стрелять. Неси, неси. Да неси только до конца. Сядь, сядь, сядь! Надо мной один. Я их не вижу, они меня отлично видят. Спасибо, читерботы, блин. Так я тоже не могу стрелять, ёпарасет. Я представляю, что же не вижу цели. Роуч. Бесполезные уроды. Да пошел нафиг. Ты здесь вплотную к ним стоял, и ты их не убил. На тебе еще. Придурка кусок. Блин. Жаль, его добить не могу. Бесполезные уроды. Все сгорело. Николай, будем через 20 секунд. Слетай сразу. Не успеете. Тут на подходе еще группа ополченцев. Подожмем. Вперед. Слишком опасно. Не рискну годиться. Блин, оборона периметра, я понял. Так мы тут уже перестреляли всех. Вы, придурки, сядьте, подберите нас. Меня никто не затащит? А, спасибо. Вперед, вперед! Эй, приятель, мне тут сверху видно, что за тобой охотится вся деревня. А то я и сам не знаю. Готовься нас подобрать. Сбегаем с крыши! Мы справимся с выбором. До свидания, Роуч. Тебя бросили как последнюю шавку, блин. Роуч! Роуч! Проснись! Роуч! Мы видим их вертолета! Они идут к тебе! Целая толпа! Роуч! Их слишком много! Убирайся оттуда! Иди на крышу! Быстрее! Беги! Беги на крышу! Роуч! Не застревай в стенах, толсто-Роуч!
не застревай, ты оленя кусок! Беги, олень! Николай, мы его забрали! Валим отсюда! Куда, капитан? К вагонке! Я уж не буду, наверное... Оу, чуть не подвисло все. Я уж не буду, наверное, комментировать то, что они не стреляли по вертолету. Вот это как раз, кстати, игровой момент, и здесь я не буду спорить, здесь я согласен. А то, что конфликт высосан буквально из ничего, то, что вы могли просто убить того чувака в аэропорту, и ничего бы просто не случилось, все. Хороший финал, как говорится, да? Но нет, зачем? Давайте... Кто-нибудь выключите давайте, телевизор. Да. Ой, продолжим этот цикл. Моя группа на другом задании. Принимаю командование вашей частью, сержант. Так точно. Слушаюсь, сэр. Я реквизировал страйкеру 8-й бронетанковый. У нас будет страйкер? Мне дадут на нем покататься? С пейджером шутки плохи, сэр. Он доставит вас на место. Русские легко проходят сквозь нашу оборону. Но точно не здесь. Укажите точку на карте. О, мы опять за Рамиреса. Чувак из булочной. У нас есть чувак из булочной, у нас есть салага. Чувак из булочной и салага. Хорошо. Хантер 2-1. Это Хантер 2-1 главный. Вертолеты эвакуации терпят серьезный урон от обстрела с земли. Ну вот наш страйкер. Защищать страйкер. Ну да, да. Оп, моментально убили, молодцы. Чувак из булочной сгорел. Уильям Гибсон, он же Гибсон. Так, хорошо. Давайте без... Блин, сейчас опять все послушаем. Это Хантер 2-1 главный. Вертолеты эвакуации... Все, иду за страйкером, чтобы он меня не трогал. Мы должны уничтожить зенитный комплекс, чтобы можно было эвакуировать отсюда гражданских. Вперед! Отряд, защищать страйкер. Молодец, молодец. Грена, Грена! По какому, блин, зданию? По... Отряд! Они атакуют страйкер! Берегитесь гранатометов! Уйди, Зулин! Куда? Вы о чем вообще? Да, блин, чертов страйкер! Нафига ты меня... Ой, дебил! Стоял, стоял, только я решил вокруг него оббежать. На тебе нафиг! Можно я его сам подзорву? Давайте без этой всего, без этого всего говна. Ну, блин. Хантер 2-1. Это Хантер 2-1 главный. Вертолеты эвакуации держат серьезную... Вот эти карты за чувака из булочной, пожалуй, самые отвратительные. Где желтый? Да чтоб тебя на! Отряд! Они атакуют страйкер! Берегитесь, гражданин! Атакуем! Уйди, Зули! Грена прилетела. Две грены. Желтое здание, все, я понял. Так страйкер сейчас поедет, блин, я на это уже попадался. Зона подавлена, на меня сейчас грохнут. Да хорош, блин. Да хорош! Ёпперс, это что происходит?
А, вот это задание, блин, наверное, пока что претендует на звание наитупейшего. То, что, потому что здесь происходит. Вроде страйкером управляю я, говорю ему, куда стрелять. Он что-то там стреляет, но нас все равно мочат. Та четвертая, дай мне, пожалуйста. Нафига? Кью, это должна быть предыдущая. Чё за... Попадать, может, будем, не? Блин, я и... На какой дороге? Где? Кого ты лупишь, дебила, кусок? Ой, блин. Есть. Цель пехота у серого здания. Рамирес! Блин, Грена. В каком здании? О-о-о! Куда? Спасибо, блин. Спасибо, что предупреждаете вовремя. Тебя задавят! И все уже. О, Грена. То есть ты сюда объезжаешь, да? Почему-то тебе вспичило сюда ехать. Я вообще буду от тебя находиться за 3-9 земель. Дебила ты кусок. В каком желтом... Да, вот, ты решил тут объехать, молодец. Почему неверная цель? Вертолет сбей, у тебя полтос, полтос, блин, это... До свидания. Фигали сзади по мне стреляют, кто? Блин, это проблема общая, огромнейшая, собака, проблема этой игры. Да пофиг мне на ваши потери, блин. Да, так же, как и с беспилотником, с Хантером, с этим, со Страйкером. Одна и та же проблема. Каждый раз, когда ты выходишь на цель, тебя переключают обратно на автомат. Я не хочу. Отряд, мы уничтожим. Цель уничтожена. Понял, Хантер-1.
Отступаем. Конец связи. Отряд, уничтожить турели! Какие нафиг турели? Не-не-не-не-не-не-не! А, тебя задавит, уйди с дороги. Смешно. Вон туда. Одеялом разве что. Вы уверены? Так точно, цель захвачена, атакуем. Чёртовы грены! Вторая. Нифига, она не подавлена, ты посмотри, сколько здесь пехоты, черт тебя подери. Не смей сдохнуть. Сержант Перец. Да где она подавлена, ты посмотри, сколько здесь дебилов еще бегает. Да? Расскажи мне про ваши потери, блин. У меня на два, где? У меня на два, Аркадия. Живой еще, живой. Живой! Офигеть! Пока я перезаряжался, эта тварь была еще живая, она меня убила. А, вот это круто. Нет! Спасибо за помощь, Хантер 2-1. Так точно. Турели, дохни. Да, конечно, меня же прикрывают. Спасибо, блин. Гали, ты его руками ты мал. Блин. Зона подавлена. Нет! Блин, просто зады. Туда гаси! Перезаряди. Вот это бесит, когда начинаешь бежать, он отменяет перезарядку. И каждый раз приходится заново начинать. То есть тратишь время на первую перезарядку, потом тратишь время на вторую перезарядку. Нет, не уничтожено, вон они там. Все, не все. Какой черной машины? Ну какой, зараза, черной машины? Хантер 2-1 главный, это Оверлорд. Доложите обстановку. Вот был чекпоинт. Меня убила одна тварь последняя, которая там оставалась. Большое спасибо, Видите, игра. Для вас есть новая задача. Приказ главного штаба. Прием. Уничтожив ЗРК, следуйте на Брукмер-Роуд 4677. Доложите, когда выполните основную задачу. Конец связи. Задавят, уйди с дороги!
Хлебало, заткни, блин, если бы вовремя предупреждали, может, и не задавили бы пару раз. Блин, а это финтифлень дымится, если чё. Ты можешь не в одно место лупить, а по противнику можно, пожалуйста? Запрыгни! Воу-воу-воу-воу-воу! Нет! Спасибо. Моментальнейше. Вообще, кстати, непонятно. Ладно, у этих иногда форма красная. Насчет формы они вообще практически не отличаются. И к тому же, что наши могут сидеть вплотную к ним и не стрелять. Да я уже не знаю, кому как бы... Ну, вот эти явно чужие. Вот это... А, это свой, извини. Ну, короче, их вообще не видно. Не дергайся, ты умер. Граната, бежим. Нормально так, просто из ракетницы чувак фиганул. Эй! Да хорош! О, как это бесит! Хорошо, хорошо, я вас понял. Короче, да, уровни про булочного чувака отвратительные. Что с пиццерией был, что этот, я, короче, не знаю. Ну, то есть, идти туда, тебя убивают за два выстрела. Управлять вот этой фигней, эта фигня абсолютно бесполезная. То есть, он не стреляет, куда тебе надо. Я за тебя очень... Да нифига ты за горящей машиной-то стоишь! Сзади! Сзади, блин! Зачищена зона, ага! Надо взрывать машину. Откуда вы вылазите, олени? Да хорош, сядь! Выйди! Да, нам сюда. Хорошо. У меня патрон заканчивается. Чем ты в меня выстрелил-то? Отряд, использовать целеуказатели. Обозначить цели для страйкера. Бежи. За кем мне следовать? За этим оленем, блин? Давай, пойдем. Что это было сейчас? Какого он пробегает мимо противника?
Какого фига он пробегает мимо противника? Я в упор в него, блин, втыкаюсь. В этого самого противника, чтоб тебя. Блин, игра, ты багованный кусок. Блин, что тебя тут переделывали, я не пойму. Рамирес, использовать лазерный целеуказатель, чтобы направить артиллерию на эти машины. Направил. О, у меня, кстати, патроны заканчиваются. Оверлорд, Хантер 2-1 главный. Зенитный комплекс нейтрализован. Вы понимаете, что я мог просто подойти и застрелить их только что, не? Вопрос. Что именно мы ищем? Прием. Сержант Фоули, это генерал Шепард. Ваша цель — забрать особо важную персону из убежища на втором этаже дома. Особо важная персона? Мы до сих пор занимаемся таким говном, вы серьезно? Отзыв Феникс. Вытащите его оттуда и доложите Оверлорду. Конец связи. Мы до сих пор занимаемся подобной фигнищей. Рукмер Роу 4677. Марш! Блин, что вокруг придется бежать. Молодцы, ребят! Молодцы! Солдаты, ничего не скажешь. Тут на дом самолет упал. Я думаю, это цели крендец. Мне кажется. Ледоруб. Мне только что послышалось не ледоруб, а что-то рук. Ну, вы поняли, да? Ладно. Цели звездец, если что. Ледоруб! Что тут не так? Я убедился, он мертв. Живо. Комп дайте заберу. Не? Ну, медведя тогда дайте заберу. Медведь явно более ценен, чем вот эта штука. Ха. Не похоже на нападение. Рамирес, возьми портфель. Ну, что от него осталось? Сержант, взгляните. Похоже, это не просто десантники. Да. Сделайте снимки для G2 и обыщите трупы. Есть. Однако мы получили информацию. Оверлорд, тут могила. Объект мертв. Ну и к черту этот объект. А, ладно. Это не радует. К сожалению. За Рамиреза булочного нашего. Что у нас там дальше будет? Роуч. А, салага. То есть мы чередуем задания между салагой и булочным. Похоже, понятно. Мы движемся не в том направлении, сэр. Может, молодцы. Тут для тебя полно работы, Мактавиш. Рад, что ты выбрался из Южной Америки. Объединишься с 6-м флотом. Нанесете ответный удар. Чего, блин, какой ответный удар? Мы считаем, что именно... ГУЛАГ? Серьезно, тут будет... Но не можем до него добраться. Только клюквы. Хорошо, хорошо. Нефтяные вышки, сэр. Русские располагают там зенитки. Нефтяники — это живой щит. Мы не можем просто взять и взорвать вышку. Это защищено слабее всех. Ребята, я знаю, что сейчас посылаю вас на смерть. Они охраняют это место. Значит, там что-то нужное. Особенно, если мы хотим найти заключенного 627. Зачем вам заключенный 627, вы дебилы? Ай, блин, не, ну я понимаю, что для давления на того чувака, но меня это все продолжает настолько поражать, что просто офигеть. Чикаго, главный ангару. Приказ получен. Ангар затоплен. Давление на максимуме. Начинайте. Поехали. Ну мы на такой спецштуке десантируемся, да? Пошел. Курс 019. Даллас высаживает группу 2. Встреча у цели. Хотел 6.
Там вообще-то винты, они создают турбулентность. Ну, это не боится никто, что его сосет нафиг. Ладно. Че не сделаешь для красивой картинки, правда? Игра. Группа 2 у цели. Отдыхать надо было вчера. Играем за салагу. Хорошо. Вверх, пойдем. Беспалевные такие. Хватит смолить эту дрянь. Легкие посадишь. Давайте по стелсу, пожалуйста. Ладно, поделись хоть одновременно. Вали. Начинай. Ненавижу морской воздух. Хватит ныть, а? А еще эти чеченцы. Кто вообще додумался их нанять? Да! Одновременно, значит, одновременно, а не дать второму понять, что произошло с первым. Не до спецназовцы, блин. Ладно, поехали. Двое противников в секторе 1 Альфа движутся к сектору 2. Так, у меня... У меня, если что, автомат с глушечком, я так понимаю, да? И 600 патронов, что мне тоже, в принципе, устраивает. Парни. Объект у ограждения. Какого? Только с глушителем. Все чисто. Там заложники, осторожнее. Вас понял. Группа 1 идет на штурм. Блин, а... Как я успею? Ладно. Каким образом заложник убит? Кем он убит? Ладно, хорошо. Все чисто. Пойдем. Там заложники, осторожнее. Вас понял. Группа 1 идет на штурм. Я кого-то не заметил, да? Что за фигня? То есть мы как только вламываемся, он его уже режет. Там заложники, осторожнее. Вас понял. Надо центрального сразу бить. Ну давайте посмотрим. Все чисто. Ценный груз в секторе 2. Короче, нужно сразу определить первого, кого бить. Группа 2 займется эвакуацией. Продолжайте поиск заложников наверху. Так, все наверх. Выдвигаемся ко второй палубе. Мы прикроем эту зону. Веди свой отряд на вторую палубу. Внимание! Всем быть начеку. Территорию патрулирует вражеская вертушка. Не высовывайся, Хоутел 6. Вас понял. Вертолет противника! Ложись! Вперед! Вы же понимаете, что патрулировать вертолетом никто не будет. Это в принципе невыгодно. Сколько горючки надо взять? Так точно. Игра сохранена. Отлично. Порядок. База. Заложники со второй палубы спасены. Группа 5, прием. Супер. Перехватили вражеские переговоры. Похоже, к нам гости. Переходим к плану Б. Установить взрывчатку на тела. Без проблем. Заряды на трупы. Быстро. Времени мало. Это у вас такие... Заряды на трупах? Мы нападем на них, когда они... Вообще беспалевно, да? Ой... Там патруль. Не стрелять, пока не подойдут ближе. Ну, давай, давай. Тихо. Прорыв на правом фланге, бери лучше. План Б. Выполняем.
Да что ты не сдохнешь-то никак? Группу для подавления ЗРК. Прием. Вас понял. Будем ждать эвакуации в точке Браво. Нам приказано срочно занять верхнюю палубу до того, как придут морпехи. Вперед. Садись, садись. В упор, в мясо просто. Цель на 10 часов. Есть. Давайте резче, олени. Группа 2 эвакуирует заложников с нижних палуб. Немедленно следуйте наверх и освободите остальных. Отбой. Понял, выполняю. Не получилось, короче, по стелсу, да? Чёрт! Чёрт! Меня убьют, 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 убьют! Убили. Как я знал. Грёбаный стелс не получился, а? Ну ты прикинь. А прикиньте, отбой. Если бы... Выполняем, отбой. Ох. Там-то меня... Ты не офигел, дебил? Он просто здесь сидит и ждет! Сдохни! Что я взял? Эта вертушка повернулась на части. Найди гранатомет или ракеты и разбей их. То есть ты, говно, еще и мое укрытие будешь тут забирать? Офигеть! Он сидит, он ничего не делает, еще и мое укрытие забирает, не дает мне спрятаться, потому что там вертушка, тут солдаты, ты, блин, тупорылое чмо, ты что делаешь вообще? Следуйте наверх и освободите остальных. Офигеть! Отбой. Понял, выполняем. Сраненый, блин, у вас. На. На. Приятного аппетита. Несите, несите. Вертолет противника. Ложись, ложись. Цель на 10 часов. РПГ? Что это сейчас было? Вертолет нас доконает. Бей его ракетой. Этому бойцу нужны мозги. Я взял РПГ, вы чё? Во. Сейчас было? Где, где моя винтовка? Надо уничтожить этот вертолет. Так, нужна тяжелая артиллерия, чтобы сбить его. Вот, держи, есть. Пускаю ракету. Может, она попадет, не? Неужели это случилось? Короче, стрельба из... Ну, давайте с ФАМАСом покажу. Стрельба из ракеты просто отвратительная сейчас была. То есть, одно полетело как-то криво, второе полетело как-то криво.
рядом с шоссе. На задавление. Уйди с линии огня, дебил! Он еще мне дорогу блокирует. Иди, взорвись там к черту. И сам не стреляет, и другим не дает. Кто придумал таких тупорылых напарников? Черт. И глянь, стоит. Ой, тут баллоны. Да тут баллон. Ой, Виктор, где Виктор? Я с Виктором лучше похожу. Идем. Заложники сами себя не спасут. Вперед. Гост. Противник ставит завету. Холдл 6. В вашем районе есть заложники. И, возможно, взрывчатка. У них он тоже есть. Включаю тепловизор. Вас понял. Внимание всем. Стрелять осторожно. Мы не знаем, что там за дыми. Нет, у вас убитые, ребят. Это вот так делается. Не вставай! Я не готов к штурму, понятно, спасибо. Нет! Я просто прикладом убил, придурок! Офигеть! Мне вот интересно, куда делся мой изначальный автомат? Я его потом так и не нашел, хотя он был хорош. Я не готов к штурму, супер. Тар? Хочу ли я тар? Ну, допустим, хочу. Ох ты ж, что там еще двое! Я только отвернулся проверить, а выскочили еще двое. А, я вас понял. Ну, давайте. Хорошо, что я сюда подошел, мне хотя бы подгрузилось. Никого не убил, да? Потому что текстурки еще не подгрузились, круто. Так, ну, штурмуем. Нормально. Чисто. Контроль. Все заложники освобождены. Повторяю, все заложники освобождены. Следуем в точку Браво. Прием. Холдл 6. Отлично. Высылаем морпехов для ликвидации ЗРК. Готовьтесь к фазе 2. Конец связи. Хантер 2-2. Это каратель главный. Платформа под контролем. Понял, подтверждаю. Каратель, это Феникс 1-1. Каратель. 0-15 следует в квадрат 257-221. Для подавления ПВО. Карта в обстановке. Дебила кусок, блин, мешал мне все задание, чтоб тебя. Каратель, всем бортам в квадрате 255202. Чмой ракезный. Пространство под контролем. Повторяю, воздушное пространство под контролем. Следуйте пункт назначения по маршруту November 2. Каратель, не стелса не получилось, ни боевика толком не получилось. Короче, не знаю. Все равно это было лучше, чем за булку. Ладно. И говорю, в любом случае задание за этого, за салагу поинтереснее, чем за булочника. Ну, хоть как-то, хоть чуть-чуть, хоть что-то. Шестой флот начинает зачистку. Пора. Задание с долгой историей. Долгой и печальной. Когда-то это был замок. Настоящая крепость, твердыня, готовая выдержать любой удар. Оно пережило немало суровых зим. Чего очень серьезно, там эти жители. Луковки до сих пор, ага. Монастырь,
где живут совсем не монахи. Последние 100 лет здесь держат тех, кто не угоден государству, но кого нельзя убить. Внутри полно выживших жертв последней войны, в которой мы должны были победить. Но, похоже, в политике как на ипподроме. Поставишь не на ту лошадь и окажешься здесь. Макарову нужен номер 627. Вот за ним мы и пришли. Нет, я не буду цепляться к сценарию, потому что, ну, знаете, зачем пинать ногой мертвого человека? Он и так уже мертв, поэтому, окей, все, норм. А белый экран у нас входил в опции, да, то есть... 30 секунд. Хорнет 2-1. Блин, я опять с этим ирокезным дебилом буду, ну не надо. Тупо 4 харм, подавляем ПВО, конец связи. Вас понял, Джестер, выполняю. Сигнал, сигнал. Фокс 3, Фокс 3. Хороший выстрел, просто отличный. Хорнет 2-1. Ну теперь про вас все знают, молодцы, ребят. Ну, то есть, тихо подобраться по стелсу, это не судьба, да? Это нужно было именно прилететь на вертушках с самолетами, со взрывами. 2-2, 2-1. Так, нет, ребят, стрельбы сейчас не будет. Потому что стрельба будет в следующей серии. Я думал, тут будет какая-то заставка, и нас высадят фиг ли там. Поэтому стрельба будет в следующей серии. А пока что спасибо, что были с нами. Такой очередная серия трешачка вышла. Вот, ну, тут как бы уже, наверное, без комментариев. Тут вся игра получается трешачок, поэтому цепляться к этому бессмысленно. Вот, все, ребятки. Спасибо, что были с нами. Ждем в следующих сериях. На этом у нас все. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.